Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если хочешь бесконечные выходные! Всем здорова, ребятки, с вами по-прежнему Верфоня, Бобби Егорыч, и добро пожаловать в угарный кружок под названием Гаррис Мод! Всем хая, Бобы! Всем хеллоу, ребята! Здарова, чуваки! Ну что ж, ребятки, сегодня у нас будут прятки по мотивам игры в кальмара, но прятки непростые. Сегодня участники игры — мультяшные монстры Тревора Хендерсона, но страшный маньяк, который будет искать наши нычки, конечно же, кукла из игры в кальмара. Ну что, друзья, за такое сразу ставьте лайкусик, если не успели поставить за 3 секунды, у вас вторая попытка, заранее огромное спасибо. Я, друзья, первый мультяшный монстр, котопёс, Андрюха у нас мультяшный кот, Егорыч у нас мультяшный пёс, ну и Бобби будет первым сегодня искать наши нычки, первый маньячок, первая кукла из игры в кальмара. Я надеюсь, пацаки, вы готовы, и если это так, то мы... Погнали искать топовые нычечки! Ну всё, давайте бегите, ныкайтесь. Ну что, мультяшки, погнали, найдем топовые нычки. Все вперед, Андрюха, мы за тобой, наверное, веди нас. А чё я-то? Я не знаю. А ладно, парни, давайте, кто куда спрячется, тот там и будет ныкаться. Как вам тактика? Отличная тактика, будем исследовать. Ну все, друзья, реально, это прятки не на жизнь, а на смерть. А в принципе, я готов, парни. Меня здесь вообще не найти. Вот так. Шо? Нормально? Здорово. Нормали, нормали. Так давайте я просто сюда, парни, куда-то, да и все, а вы там и сидите, да. Давай, навали, давай, давай. Ну что, кукла, мы готовы, можешь выходить. Хорошо. Я выхожу. О, нифига. О, страшилка крипипаста, слушайте, парни. Реально страшно. Тише веришь, дальше будешь. Раз, два. Парни, там кукла. Она нас ищет, я ее видел. Она бегала по мостику, друзья, по этой башне. И, по-моему, перебежала на другую, блин. Не понял. На нашу? Нет, она далеко, Андрюха, не переживай. Блин, это было близко, кстати. Мультяшные монстры в топовых нычках. Но он там прыгает где-то, я его видел, видел. Он в дом зашел к нам, парни, убегаем, убегаем. Давай быстрее, прячься, прячься. Быстрее, бежим, парни, бежим. Ты меня увидел. Егорыч, давай, убегай, брат. Егорыч, чё, боже, беги, беги. Фух, я спрятался. Фух, молодец, Егорыч, перебежал, да, из нычки в нычку. Да. Бабян. Да-да, я. Все, что ты сейчас слышал, это был троллинг. Мы вообще далеко, ты нас не найдешь никогда, вонючая кукла. Не понял. Вот так, вонючая кукла. Вонючая? Он вас нашел, парни! Где он? Он вас нашел! Нифига себе! Кто вас-то, кто вас? Андрюха выпрыгнул, Бобян был здесь, блин. Андрюха в дом забежал, Бобян в какой-то там. И что ты? Ты знаешь, кто ты? Егорыч, ты меня видишь? Да. Не понял. Хорош, братан, хорош. Да мы с Егорычем, когда убегали, потом в итоге в одну нычку прыгнули. Да, Егорыч? Да. Опа! Егорыч, нет! Она зажала, закинула. Закинули! Все! А как, Бобян, тебе надо было убивать Егорыча, он был своим помощником. Ой, 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 ой. Что у вас там происходит? А Егорыча почти поймали. Закинули. Следующее. Все, друзья, поймали Егорыча и Фоню. Это значит, ребят, что они стали помощниками зловещей куклы из игры в кальмара. И, парни, я уже остался, получается, один монстр мультяшный. Да-да. Да. Блин, ребят, это страшно, но я думал, вот в этой нычке меня не найти, потому что нычка-то топовая. Да, топовая. Так. Только фонарики-то видно. Топовая. Как? Да я же выключил фонарик, закинули. Нет. А меня не поймать, потому что я супер быстрый. Салам алейку. Салам алейку. И убрать тишки. Ай-яй-яй. Что? Все, закинули. Ага, все, пацаны, можете начинать плакать. Это котопес, монстр Тревора Хендерсона. Его не найти, он в играх кальмара побеждает всегда. Вот так, веду, друзья. Преследование. Это игры кальмара, прятки на выживание. Иди сюда. Иди сюда, ай, я вас сюда, давай, 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 туши его, тихо, туши. Тихо. Молодцы, пацанчики, командная работа, сыграно четко. Ну что, мультяшный котопёс, котопёс, единственный в мире малыш котопёс. Я его потерял, его не вижу, где он? Его не признали в городе родном, и кукла охотится за ним ночью и днем. Не стоит огорчаться, не стоит робеть, а лучше в игру кальмара быстренько сыграть. Котопёс. Не надо, не надо, это опасная игра, лучше не играйте. Котопёс. Я сныкался, или я лох. О, нифига.
Да, ты лох! Иди сюда! Что, почти меня убили, друзья, но меня просто так не взять, это Игорь Котопса! Ремень с работами! Оп, прижмитесь, прижмитесь. Ребят, ну что, уходим, уходим. Ой-ой-ой, прыгаем сверху. Куда прыгаем? Поймали, друзья, но я боролся очень долго. Хорош. Помоечку. Ну еще, мужики, пора бы вам спрятаться. Ну это точно, пора бы, парни, спрятаться. Итак, ребят, у нас Егорыч, кукла страшная, опасная из игры в кальмара. Ну и у нас добавился... Конечно же, бабянчик, друзья, мультяшная мышь. Ну что, Андрюха, ты там что-то разминировал, я посмотрел? Мужики, подходите, ТНТ-бомбам, они взрываются. Помогите, поднимите. Ну все, давай, вставай, друзья. У нас тут начинается новая суета, новый раунд и новые приключения. Так что, ребятки, переживайте и болейте за нас в комментариях, потому что нам нужно найти топовые нычки страшной куклы. Мужики! Шо? Скорее сюда. Так, где он? Мужики, а вот, сюда, скорее. Вон. Так, а мы там были же. Тут нычка топовая, сюда скорее. Куда? Не надо! Нет! В смысле, как ты не умер? Пацаны, пацаны, я на суете. Сакидули, говорю. Мужики, бомбы очень опасны, не подходите к ним больше. Ну, конечно, если ты не будешь их взрывать. Ладно, парни, все, давайте найдем топовые нычки, потому что у нас кукла, напоминаю, Егорыч, а это означает, что нам нужно максимально спрятаться хорошо, потому что Егорыч супер опасная кукла. Да, да. Вообще, это правда. Кукла-убийца. Кукла-дурамаха. Короче, парни, наверное, я вот куда-нибудь, блин. О, тут и нельзя. О. Где вы, где вы? Алле, о, пацаны, а, где ты? А я пошел, о, все, я спрятался, парни. О, а, делся. Топово, Бабян. Бабян, парни, давай сюда. А вы все? Да, тут? Да, 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 да. А где Андрюха? О, все. Салам, братишки. О, нифига, Бабян, ты прыгаешь, классно. Четко, братуха. Ладно, друзья, ну что, мы готовы. Все, давай, Егорыч, выходи и ищи нас. Мы спрятались. Так, мужики, где вы можете быть? Ну, наверное, в нычке, Егорыч. Где еще? Опа, что это тут за патроны такие? Это нычка, Егорыч, и мы в ней. Бабян, вот, смотрите, одни ушки торчат. А ну, Боби, сядь так. А ну, Андрюха, ты рядом, вот туда, вот за эту штучку сядь. А не, за другую, вот дальше, 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 дальше. Иду. Во, а ну, садитесь. И вот они сидят, друзья. Вон, Егорыч. Два Шрека, где? А вон там, где патроны. Какие патроны? Для пистолета. А где? А вон там, на башне, вон там следующий. А, я вижу, Егорыч прыгает вот там прямо. Я не знаю, ребят, ни про какие патроны, если честно, не в курсе всех этих дел оружейных. Ну, а видел Егорыча! О! Ой! Ай! А, закинули, спалили! Он не найдет парня, он не знает как. Он упал! Да. Тихо-тихо, он не упал, пацаны. Тихо-тихо, не шуми. О, он здесь, он упал! А где другие? А я упал. А кто другие, тихо, кто тихо, здесь? Тихо, он тихо, меня тихо, не тихо, поймал, тихо, мужики. Тихо. Хорош, Андрюха, пацаны, молодцы, живем. Бежим скорее другую нычку, мужики. Валим. Бежим, прыгаем все, хилимся, убегаем. Давай, скорее за мной, мужики, я знаю нычку топовую. Свалили, парни. Закинули его, закинули, мужики. Короче, друзья, Егорыча мы тоже троллим максимально. Смотрю, здесь собрались одни троллеры, парни. Настоящие тролли, да. Настоящие тролли! О, тихо, блин. Это я, Бабян, не суетись. Тихо. Егорыч, но мы недалеко от того места. А вон он. Ну вижу. А вон она, кукла, друзья. Мы спалились точно теперь все. Ай, парни, а вот теперь, походу, надо валить, блин. А есть дерево? Пофиг, до конца. О. Нет! Я думал, не найдет. Короче, друзья, я теперь кукла. Ну что, ребят, буду помогать Егорычу ловить пацанчиков. Пацаны! Бабян! Спрыгнул. Да как ты увидел? Бабян! Ситуация патовая! Бабяна поймали, остался один Андрюха, друзья. Ну давайте попробуем поймать этого брюху, Андрюху толстого. Я не брюха, в смысле? Я кот. Как? Ты как? Ты кот, Андрюха. Так, а что, есть информация по какам? Есть. По котам. И где эти? На этом, на домике. На домике? Он там же? Спрыгнул. Как это? Начало, бегите, мужики. Всем начало, бежим. Какое начало? Нет. Где он, блин? Так, Бабян, ты что, обманул? Не, вот, домик, мужики, в доме. В каком доме? Бабян, дай информацию. Выбежал, вот, сзади. В каком доме? А, вот. Видим. На лестницу побежал. Какую лестницу? Нет, мы прыгнул. Куда он бежит? Вниз. Да в какой лес? Справа, слева, 10-5-го. Где он? Я потерял. Да где он? Эй! Пацаны, а Егорыч, Бабян, куда он спрыгнул? С какого? Он, короче, последнее время вот здесь вот был. В городе или за городом? За городом, потом в городе, потом за город. А сейчас где? Не знаю. А сейчас в нычке. На дачу уехал, что ли? Да, уехал на дачу отдыхать. Андрюха, у нас здесь смертельные игры кальмара, у нас тут никто не выживает.
А я выживу. У нас тут сейчас всех найдут, да, пацаны? Нет, не найдут. Дам, дам. В стенке дам. Где-то. В стенке, думаешь? Думаю. Они на втором ли этаже, малой? А? Или там. Ага, где посидит? В подсобке. Это значит в здании. Ого! Там. В будке. В будке, в натуре. А не, он в кошачьей... Так я кот, в кошачьей кот, норке. Он в лотке. В кошачьей. В говне. Закинули. Опа. Где там кролики? Так, так, так. Ну чё, есть информация, парни? Где он есть? Без понятия вообще. Без понятия. Я наверное, салюта, мужики. Ну где-то сидит на одном месте, знаете, парни. И всё. И сидит, наверное, там, в нычке. Неправда. Бегает где-то? Да вот там прыгают кузнечики, смотрите. Так-так, парни, блин, есть инфа? Бегают вдвоем там что-то, бегают. Бобян, куклы. Ну как ты мог его потерять, Бобис, из виду, ну, скажи? Ну это, сливается с местностью, я его потерял. Бобян, как можно ну, было? Да-да-да, думаешь, я не понял, что ты меня заметил, да, крысюк? Бобян, как можно было потерять его, Бобян? А как? Егорыч там вообще на месте стоит. А как? Егорыч на месте? В натуре! Нет, я убиваю кукла! Вот так, друзья, поймали Андрюху, закинули, я тебе говорю. Ну что, друзья, моя очередь искать мультяшных монстров в мире Майнкрафта. Теперь я, ведущая кукла-маньяк в игре Кальмара в наших прятках. Что это за тортик вы мне тут оставили, а? Это подарок. Какой? Можно покушать его? Ну да, тебя специально. Ё-моё! Это что такое? Это закинули? Эй, точно, закинули. В общем, ребят, короче, здесь мне еще и участники нашей игры в кальмара в прятки в мире в Майнкрафта в Гаррис Мод оставляют еще и ловушки и подлянки. Я вам сейчас как дам по голове, ведь я кукла, и у меня датчики движения. Как только вы двигаетесь, мультяшные монстры, я вижу все. Да, ничего ты не видишь, понял, да? Как это? А вот это кто тут сидит и нюхает беброчку? Кто? Никого. Честно, я никого еще не увидел. А вон, я его вижу на дереве. А ты обернись. Обернитесь. И найдите мультяшного пса. Вот он. Это Егорыч сыта. Закинули. Зря ты, Егорыч, хотел проверить мои глазки. Я все увидел. Ха-ха, так он еще не умер. Он хотел мне скинуть пирожок, но попался в мои лапки и стал моим помощником. Теперь, друзья, у нас две куклы. Вот так быстро меняются события, представляете? Офигеть. Да, жесть, ты нас не поймаешь. Сейчас поймаю. Сейчас я всех поймаю, я всем дам по голове. Пирожка-то поешь. Егорыч, ну давай помогай мне, брат. Сейчас. Давай, Егорка, вместе будем ловить мультяшных монстров. Я вон Бобиса вижу. Так, ну бери какую-нибудь пушечку себе и погнали его ловить. А где Бобис? Тут сидел? А вон там где-то в щели. Так, а ну-ка, сейчас мы... А вот снизу, здорово, в щели. Тихо-тихо, а вон... А вот он, как тихо-тихо, а где кто-то был? А вот под этой штукой. А под этой, нет, снизу? Нет, я его убежал. Так-так, тихо-тихо. Нашел. Нашел! А вот он! Нет. А что вы там делаете? Так, там опа, он... Опа, это кто? Да Бобис! Кто это? Опа, Андрюха. Блин, я упал! Убивай! Парни, кто где вообще? Я побежал. Там, блин, Бобис был. А я вообще всех потерял. Я Бобяна упал, блин, по колес к нему. Алох. Упал, отжался 20 раз. Так, Бобис, а ты еще там? Да. Ты что, больной? Нет. Он ушел или нет, ребят? Где-то тут был. А что у вас там происходит? Я уже убежал, Вась. В натуре? В натуре. Блин, в натуре, друзья, походу, скромсал, сдыбзел, блин. Лопедально. Так, ладненько, ну давайте найдем тогда Андрюху. Егорыч, где был Андрюха? Рассказывай. Я его потерял, но был в стенке вот в этой. Как так? О, вон мышь, вижу. Салам алейкум, братишки. Эй, салам алейкум, братишки. Эй. Так, одного я нашел, Егорыч. Сейчас я поймаю. А я не знаю, не как... поймаешь. А я не знаю, как добраться, Егорыч. Я не знаю. А, вон он. А как ты сюда забрался, Бобя? Легко. Как это? Легко и просто? По каким? Да. По ступеням жизни. Сейчас я уже лезу, Бобянчик. А! Я упал. Опа, Егорыч. Да блин. Опа. Ну там, Бобян. Вон там, на здании. Да а, вон, надо. Вон, бежит по запору. Распрыжка. Давай. Куда упал? Куда? Где? Ой, бегает там воды дома. На спавне? А он уже убежал назад. А я же далеко, в стенке, а может выйдет из стенки он? Так. Он бежит по ней. Так, сейчас будем ждать, ребят, на выходе. Паркур. А где выход-то из стенки? Тупик!
Где а все? А все зажали, закинули. А где? 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 Молодец, Егорыч, правильно. Но я блокировал, друзья, я ждал. Я блокировал, Вась. Но я ждал другой выход. Так, Егорыч, хорошая работа. Ой. Так, Бабянчик, Егорыч, это наша команда из трех кукол. И остался найти одного. О, нашел его. Да не надо. Где, где, где? На выходе, на выходе, на выходе. А, начало, начало. Так, так, парни, по-моему, повторение, как в том раунде, нет? Повторение, не помню. Как в том раунде, по-моему, так же все ползали. Где он? А вон бежит, 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 бежит. Смотри, смотри, смотри. Да не убивайте меня. Тихо, 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 сейчас я его убью, парни. Где он? Инфу. Убегает, убегает. Где, где, где? Инфу. Не вижу, но, не знаю. Посерединке на спавне, где там Микки. Инфу! За пирога, убежал куда-то, я потерял его. Инфу! А вот он, на листьях. В каких? На зеленую палатку. Листьях, листьях, палатка! Подвела меня, я упал! Палатка! Не убивайте меня! Палатки! Опа! Ну шо? Палатки! Так, капец, друзья, я бегал, бегал за ними, они так быстро бегали. Но в итоге кукла Овер всех поймала. Не всех. Ну почти. Нет, всех поймали. В итоге общими командными целями все мультяшные монстры были пойманы. Ну что, я поехавшая кукла из игры в кальмара. Бегите, пока есть шанс. Ну что, пацанчики, погнали. Есть у кого идеи, где мы будем ныкаться и куда? Мужики, у меня есть нычка. Ну-ка, Егорыч, какая? Погоди, а что это, зачем? Тихо. Егорыч, ты как это делаешь? Ты куда? Тихо, тихо, тихо. Бабян, ты видишь, что он делает? Ты ага, видел? Бешено. И что ты, Егорыч, ты прям хочешь вот туда, на беленькую эту штуку? Да, мужики. Нифига, а ты нам эту штучку скинешь, чтобы так же? Да, когда залечу. Тихо, не пались, чего, блин! Чего? Тихо, тихо! Егорыч, что, не получается, братуха? Да, упал. Ну давай попробуй еще раз. Ну давай, братик, пошел! Нифига, погоди, кукла, не выходи, у нас тут целые махинации. Чего у вас там за нычка какая-то, а? Да какая-то профессиональная. Профессиональная? Тут что-то Егорыч намудрил, друзья. О! Пошел, пошел, новый. Тихо, тихо, тихо. Я тоже хочу посмеяться. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Давай, 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 Егорыч, чуть-чуть. Чуть-чуть осталось. Давай, давай, туда. Хорошо. Скидывай нам. Он залетел, мужики. Скидывай нам. Тихо, тихо, нифига, он в натуре залетел, Андрюха, это не прикол. Да, я сейчас попробую, друзья, это какие-то вообще читерские методы. Нельзя. А сейчас, парни, а как это? А Егорыч, а как, не понял? Тихо, парни, а как он это сделал? Ну-ка, сейчас. Ты прыгни. Тихо, тихо, ты не говори, тут у нас кукла все слышит. Я сейчас что-то пойму, понятно. Так, тихо. А мы пирог с собой заберем, мужики. Тихо, тихо, не говори ничего. Пацаны, пошел! Йоу, работает! Ребята, это лайк, ребята! Это лайкусик, парни! Я где там? Мужики! Уже скоро, поворачивай. Давай! Куда? Алло! Во-во-во, сюда, ко мне. Сейчас, поворачивай! Эй, что у вас там происходит? Время идет! Все, все, тихо, тихо, тихо! Хорошо! Отлично, Бабян! Давай! Давайте, мужики! Нифига! Я вообще тут снизу постою! Да это легко, в принципе, Бабян, сразу разберешься как! Давай! Бобис, Бобис! Все! Тихо, тихо! Поймет? А ну-ну, понял? Подожди, подожди! Ну-ну, да, Бабян, там надо! Там надо прыгать, Бабян! Ребята! Ну за это лайк, друзья! Нас кукла никогда не найдет! Где там Бабян? Слишком высоко! Тихо, тихо! Где Бабян? Какие высоко? Ты где? Ты еще не долетел, Бобис! Алло! Пошел, 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 давай, давай! Нет, выше, нет! Выше, 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 а! Давай, 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 прыгай, 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 Бабян, нормально! Да блин! Давай, 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 давай! Нет, пирог! Давай, Бабян! Давай еще одну почти, попытку. Почти, почти. Получится, получится, Бобис, давай, давай, иди, где место побольше, там попробуй. Да, 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 ща. Во, 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 давай, давай, Бабян, выше, выше, выше! Ща, 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 мужики, мужики! Разворачивайся, Бабян! Выше, разворот! Бабян, во! Давай, тихо, давай, тихо, давай, тихо. Чуть-чуть осталось, братик, чуть-чуть! Блин, давай, 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 сюда, давай. Сюда, сюда, сюда! Хорошо! Мужики, давай, уходи! Сюда, все! Ну что, парни, мы готовы! Давай, Андрюха, выходи! Я уже и суснул, пока вас ждал! Куда вы там залезли, говорите сразу, а? Что смешного? Я ничего смешного не вижу! Ясненько, обезьянки, а бобы. Андрюха, мы на облаках, братан, нас не достать. На каких облаках? Тут облака есть? Да. А ты вверх посмотри. Вот они мы. Чё? А как вы туда забрались? А у нас был священный пирог, Андрюха, благодаря которому мы забрались.
Нифига, мультяшные монстры, ну погодите, я вас сейчас поймаю, как вы это сделали? А нужен тебе пирог, Андрюха, но у тебя нет пирога, мы его оставили здесь. Скиньте пирог, нечестно. Ну а ты все равно не получится у тебя залететь, ты же не знаешь как. Что, скидываем? Ага, не, погоди, не скидывай. Да, скинули. Может, что найдет. Что это такое, уберите. Ну-ка, подожди, встань-ка подо мной, сейчас скину. Ты ему пирог хочешь скинуть? О, да. скидывай, молодец. Скидывай. Что это такое? Ну-ка, встань подо мной, это бомба, это бомба, стой. Это бомба, не трогайте. Ловишь? Тихо, Егорыч. Поймал? Ты... Пахнешь первого! Ладно, на, Андрюха, я скинул ему пирог, парни, я скинул ему. Да я сейчас, вы меня чё обманываете, на каком пироге можно? Вы что, издеваетесь? Сейчас найду, где вы тут попали. Андрюха, не, я правда пирог скинул, и ты не найдешь, потому что мы правда на пироге залетали. Какой портал вы использовали? Никакой. Пирожный портал, да? Ну, вон там пирожное. Ну, он даже не верит, друзья, что мы на пироге забрались. Ну вот он, и что с ним делать? Потому что как в такое поверить? Ничего. Просто пирог. Вот сам думай. Тихо. А что? Как думаешь, его... догадается? Нет. А ты вот так вперед посмотри и прыгни. Ну-ка, ща. Зачем? Да он не получится у него, парни. Не получится. Ой, полетел. Парни, получилось, погоди. Погоди. Не поздно. А что? А он долетит? А как вы так? Ну-ка, куда ехать? Парни, давай на пирог прыгай. На него твой пирог. Кто упал? Уходим. Блин! Бабян, иди сюда! Егорыч разбился, Бабяна поймали! Да мне пирог своровал! И куда вы за пирогом? Вернись сюда, я стрелять сейчас буду! До свидания! Отдай пирог! Пока! Отдай пирог, я сказал! Нет! Тихо! Не-не-не, погоди, Андрюх, тихо! Нет! А что ты будешь делать, если надо увезти тебе, иди сюда. Блин, друзья, Егорыч помощник куклы, он разбился, блин, кукла его, считай, поймала, а я полетел. Да ты идиот. Тихо. Ты хочешь помогать, собираешься, ты разбился. Ну что, ты не летит, блин, полетели. Я иду. Иди сюда, мышь. Полетели, о, до свидания. Не, куда полетели? Все, пока, посмотри. Тимон, скинь пирог быстрее. А как, сейчас, подожди. Как вам кидать, мужики? Нет, я упал. Лови, мышь, убегает, мышь, здесь. Блин. Сам разбился. Куда полетел? Ё-моё, друзья! Иди сюда, я сейчас тебя собью с базуки! Как так? Упал! Закинули их пирожным пирогом! Друзья, ну что ж, это был очень угарный раунд. В итоге всех поймали, все поразбивались. Но это был волшебный, чудесный пирог-самолёт. Ну что ж, ребятки, я на такой забавной ноте наш сегодняшний видосик заканчивается. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на все наши каналы. Не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Ну а вас сегодня веселили, как всегда, Овер, Фоня, Бобби, Егорыч. Всем большое спасибо за просмотр, удачи, болейте, успехов и пока-пока! Всем бай-бай, дорогие бобусы! Всем бай, пацаны! Аля, чуваки!